Популярность русского языка в Сирии постоянно растет. Сейчас его изучают около 20 тысяч школьников. Многие старшеклассники хотят продолжить образование в России. В частной школе, расположенной на западе Арабской Республики, побывал наш корреспондент Алексей Платонов. Скажи, пожалуйста, который час? Эту небольшую частную школу в городе Джабли, недалеко от авиабазы Хмеймим, знают все местные жители. Здесь дети учат русский язык, который в последние годы в Сирии называют языком мира. Я учусь в 9 классе, мне 15 лет. Я живу в Сирии, в старом городе Джабли. Я очень люблю Россию, потому что я очень хочу учиться там. Несколько небольших комнат на первом этаже обычного жилого дома стали учебными классами 5 лет назад. С тех пор здесь научились русскому языку уже сотни детей. Даже русские пословицы в этом классе имеют особое значение. Век живи, век учись. Кто много читает, тот много знает. Повторение – мать учения. Для сирийских детей русский язык сегодня особенно ценен. В восстановлении Сирии после гражданской войны принимают участие российские компании. Потребность в переводчиках растет с каждым днем. Школьники признаются, русский язык очень труден, но учить его интересно и увлекательно. Девятиклассница Ная после школы хочет стать врачом, а главная ее мечта – побывать в России. Когда ты любишь русский язык, это не трудный. Это не трудно. Педагоги этой школы выбрали самый лучший способ образования. Русский язык сирийские дети познают здесь, разучивая русские песни. Есть длинные слова и есть по-арабски мягкие слова. У вас все же шейха. Сложно. Я уже, мне кажется, посеяла что-то русское в их душе, потому что я выбираю песни наши, такие, которые со смыслом. И они уже, когда их понимают и поют, мы всегда переводим вначале, они уже немного русские в душе и любят Россию на всю жизнь, я думаю. Ученики этой школы неоднократно выступали с концертами на авиабазе Хмеймим. А еще участвовали в международных конкурсах, где как минимум становились лауреатами. А эта песня стала победителем. Берег мой, покажись вдали. По официальным данным, русский язык сейчас в Сирии учат более 20 тысяч школьников. Но с учетом того, что в стране множество смешанных семей, на языке Пушкина и Толстого говорят сотни тысяч сирийцев. Алексей Платонов, Владимир Черных, ТВ-центр, Сирия.